Владельцы акций Твиттера подали иск к Илону Маску и компании. Инвесторы утверждают, что миллиардер стремится снизить цену акций Твиттера, чтобы отказаться от сделки или договориться о значительно более низкой цене покупки. Акции компании уже упали на 12%. Маск договорился о покупке Твиттера за 44 миллиарда долларов в конце апреля, но затем приостановил сделку из-за недовольства количеством ботов в соцсети.